Ну и никуда не деться от нашего любимого чекпоинта, это Королес. Пойдемте глянем, как обстоят дела сегодня на ее день рождения там. Обычно здесь люди отмечают дни рождения, свадьбы и все такое. Может быть, там уже ему и за меня тоже праздник. Точно, пошли посмотрим. Машин сегодня не сильно много, видимо, свадеб все же нет. Вот такие ивушки встречают, такие растения красивые, Королес. Пьедестал с крылышками для фотографий. Ребят, там выпандосы в тени, прикиньте. Там вот эти вот столики, поняли, с лежаками. Вот так вот чисто по-крымско-татарски сделано. Ништяк, вообще класс. Про ауру уже здесь. Я столько раз вам много рассказывал, что просто осталось вам этот воздух накопить, какую-то банку законсервировать, привезти в ваш город, где вы живете, и просто дать его вдохнуть. Потому что такой ауры, такого воздуха, ну, в Крыму не везде, так скажем. Гляньте, лодочку отреставрировали. Можно покататься на ней. Мы катались раньше. Вот он, утячий домик. А где же сами утки? Уток, видимо, все же съели. Я в меню видел. Ни одной нету. Карасей тоже не видно. Вон домики деревянные. Красота среди бегущих, как всегда. Людей не сильно много. Я предлагал деточке поесть какой-нибудь салатик. Тут у них сам Цезарь прям вообще выглядит аппетитно. Качелька есть для таких же деточек. И здесь всегда, всегда уютно, атмосферно. Ну, людей почему-то сегодня нет. Обычно выходные дни, ну, вы видели сами, посадка полная. Еще что мне нравится, здесь растут самые настоящие березы. Это все находится под такой вот отвесной скалой. Вот так вот здесь все нарядно, красиво, все в стиле. Феерично все, колоритно все, кальяны даже есть. И вот там вот детская маленькая развлекуха. Ну, туда мы уже с вами ходили не один раз. В ряд растут березочки. И гляньте, как все же классно, как все же классно под скалой. Это Красный Мак, а точнее Залесная. Это Залесная, недалеко от Мангубкале, локация называется Королес. И что вам скажу, вы мимо нее не проедете. Проезжая по этой дороге, вы по-любому это увидите. Рекомендую, ребят, рекомендую. Очень классно. Люблю это место.